7 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня будет такой. Совет. Не давайте в морду под проценты. Пришел я к глубокомысленному этому выводу 7 сентября 2010 года. Не давайте в морду под проценты. Чем я лично занимался неоднократно. Что еще там у нас про драку есть? Иногда языком можно ляпнуть так, что освободится место под новые зубы. Говорить сквозь зубы стоит только, если не очень ими дорожишь. Много-много, опять же, у меня про драку, как человек, неоднократно получавший по морде и по носу, да, трижды сломанный мой нос. В общем, не давайте в морду под проценты на сегодня так.